На данный момент количество погибших в ДТП увеличивается с каждым днем. Для решения этого злободневного вопроса в Бишкеке при поддержке партнеров-доноров модернизируются два перекрестка. Пересечение улиц Московская, Бичиналиева и Ахунбаева-Малдыбаева. Эти переходы в нашей столице выбраны на основе статистики несчастных случаев с участием детей за последние годы. Модернизация началась после нескольких обсуждений международных и местных инженеров. Проект поддерживается Восточным альянсом за безопасный и устойчивый транспорт и Британским фондом безопасности дорожного движения. Нами уже закончен второй перекресток. Это улица, пересечение улиц Малдыбаева и Ахунбаева. Этот перекресток был нами выбран на основе статистики. То есть это не просто так, что мы решили сделать из-за того, что знаков не хватает или светофора нету. В настоящий момент проводится модернизация светофорного объекта. Меняются все абсолютно светофоры. Транспортные стойки и пешеходные светофоры.